Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Ну что же, мы продолжаем с вами проходить серию Iron Marines, Железный десант. Поехали! Для начала, ребята, я вам покажу, какие у меня появились новые герои. Ну, пока тут вычисляют координаты телепортации, а телепортация у меня именно в том месте, где мы закончили самую последнюю серию. Если кто не верит, может посмотреть. Так, ну что же, вот, ребята, кем я в данный момент играю. Это Mark X. Это два чувачка, которые сидят в танке. И у него способности, короче, отравляющее облако, вот оно. И также он выпускает трех десантников, которые, ну, дают шороху. Опять же, на определенное количество времени. Также мне дали, это, ребята, я получил их за прохождение первой карты. Акция была. Получил вот этого чувачка, он мне понравился, довольно крутой чувак, практически как меня величать, только мистер Рэй Рой величать его. Прокачал ему вот эту способность, очень круто критует, уворачивается, ну и у него коктейль Молотова есть. Так, еще мне дали вот этого вот чувачка, его я не качал, пока не знаю, кто это такой. Видимо, чувак в каком-то киборге, да, сидит в роботе. Аякс его величать. Ну и, как вы знаете, по старинке, это вот эти вот у меня бойцы, которые нам даются. Но в данный момент вот этого. Если что, ребят, потом посмотрим с вами Роя. Если вдруг кому-то будет интересно. А также тут вообще классные бойцы, но донатить, ребята, подсчитать 260 рублей, ну не хочу я. Я за эту акцию, там было сколько? По-моему, надо было 200 рублей дать, и вот мне дали трех героев. Синий дракон, блин, офигеть. Ну что же, вкратце про героев я вам рассказал. Так что у нас тут 240, да, гаечек, я ничего не смогу себе улучшить. Да, ребята, древо у меня, конечно, все по-другому идет, в отличие от той предыдущей серии. Потому что, как я вам уже говорил, мне пришлось проходить ее практически заново, с нуля. Ну что же, давайте смотреть, что у нас за миссия. Инструктаж. Этот удаленный склад дает небольшое тактическое преимущество, но мы окружены перифероидами. Времени у нас мало, но мы должны продержаться, чтобы хакер успел взломать систему. Цель уровня. Защищайте главный завод в течение 10 минут. Хо-хо. Вот тогда. Защищать. Ну ладно, а что нам делать? Нам придется, ребят, защищать его. Так, сейчас мы посмотрим наше тактическое положение. Угу, ё-моё. Ё-моё. Так, у нас тут... Что-то не могу понять, что слишком дофига всего. Защищайте главный завод до прибытия подкрепления. Да, вот как, значит, до прибытия подкрепления. Хорошо, поехали. То есть и враги будут ползти, я так понимаю, со всех абсолютно сторон. Наверное, да? Или я чего-то путаю? Да нет, скорее всего, так оно и будет. Давай-ка вот так вот сделаем защиту. Честно говоря, я не уверен. Я не уверен, что... Погоди-ка, а мы же можем сюда, вот наверх, смотрите, ребят, пробраться. А там что-то у нас лежит. Там у нас что-то лежит. Ага, мы можем с вами призвать один дополнительный юнит. Если сейчас подберем эту штуку. Хорошо, я подобрал. Я подобрал. Так, и надо вызывать, наверное, нам ракетчика, я думаю. Чего, мне кажется, что именно ракетчик здесь нужен. Давай вызовем турельку. Очень-очень сложно будет. Слушай, а я что, не могу никуда продвинуться? Я не могу понять. Или вот это надо захватить? Как-то странно. Я стою здесь, я больше ничего не могу сделать. Верно? Верно. Тут-то больше нигде ничего не нападают? Ну, как видим, нету никого, ничего. Ладно, предположим, какое-то достижение мы с вами новое получаем. Так, давай везде с вами расставим оружие. Оно неспроста здесь все это, ребята, делается. Так, юнитов надо призвать. Не хватает у нас энергии для вызова юнитов. Так, танк, давай. Опа, а кто тут уже нападает, я не могу понять. Секунду, секунду, что-то тут не то. Ага. Тут уже атака пошла вовсю. Кто там бомбит, а? Что за хмырь? Ну-ка, давай-ка сюда турелечку поставим. Для сканирования, понял. Все, теперь понятно мне. Ну, то есть, мой главный персонаж не может вот с этой точки никуда двинуться. Хотя, по идее, куда ты, куда это полетел, говнюк там, я что-то не понял. Что тут происходит? Дай-ка мне, наверное, вот так вот сделать.
Увеличим обзор, радиус. Так, и щит они сняли, да? Смотрю, везде. Так, где мой танк? Я что-то, ребят, потерялся. Где мой танк? Так, ладно, робот здесь. А где танк? А, вот он, танк. Ага, тут они что-то захватывают, смотри. Ну-ка, давай отвоюем. Отвоюем это дело. Вот так. То есть это теперь наше. Смотри, смотри, что происходит. Со всех сторон прут. Давай турели вызывать. Можем вызвать себе? Нет, не хватает у нас на юнитов, к сожалению. Охо. Давай-ка вот сюда, обратно. Что-то там ты не айсово как-то себя чувствуешь. Так, вот эти штуки мы не должны им давать захватить. Вот оно что. Если они захватывают, то, видимо, будет у них проход на мою территорию. Скорее всего, это именно так. Юнитов новых я пока не могу, к сожалению, вызывать. Турелечка, пускай постреляет. Вот этот охламон очень жесткий, чувак. Тут какие-то есть киборги, которые сами себя лечат. И помимо этого, как мини-фабрики идут. Они могут отстраиваться. То есть отстраивать армию. Так, секунду, подожди-ка, что-то у меня щит тут везде слез. Надо вот эту штуку... Что это такое? Не знаю, что это я сделал. Так, может быть, вот так вот сделать? Двойной лазер, типа того. Так, ну что, ребята, у нас... Минутка, да, я так смотрю, осталась. Минутку продержаться, мы вроде бы держимся, вроде бы все хорошо. Давай, устрой этим охламоном здесь. Его можно переделать любую секунду под другого юнита, но я думаю, что не стоит. 48 секунд. Нам еще нужно продержаться 48 секунд. Так, ну-ка давай-ка вот так вот сделаем. Увеличим обзор. Да ты что ты делаешь, а? Уничтожил, взял охламон мне, а? Ну, 30 секунд. Пока не даем им никакой слабины. Видите, ребята, тут щиты, они не могут через них пробиться. Хе-хе-хе. Выставим турелечку сюда. И разбомбим. Как-то прорвались, умудрились, а? Каким макаром, пока не знаю. 13 секунд, что будет после того времени, я пока ума не приложу. 9, 8, 7. Так, надеюсь, не пойдет никакая волна. Они могут здесь чудануть. Запустить супер какую-нибудь волну. Офигенную. Защищайте ядерный процессор, пока данные не заберут. В плане. Пока данные не заберут, что? Ага, нет, это не то, ребята. Так, он что-то тут собирает, копит. Не знаю, что он тут копит. Еще, блин, ребята, еще 5 минут. Оу! Тихо! Вот это, ребята, заваруха пошла. Давай-ка мы сюда вот этих вот ребятулек поставим. Так, для начала вот это вот выставим сюда. И бомбардиров. Тихо, не надо тут в ее. Куда они идут? Они захватывают, да? Хотят захватить все. Эй, не даем вот эту штуку, не даем захватывать, ребята. Не даем. Куда он там, блин, он захватывает. Никаких захватов, фу. Еле успели отбить. Так, что у нас тут-то происходит? Где мой танк? Что-то я потерял танк свой. А, они его подбили, ребята, они подбили мой танк. Вон, смотрите, танкист пока не активен. Ну, мы сейчас его вызовем. Давай сюда, прям в пекло. Давай газовую атаку нафиг. И десантов вызовем. Вот, вот это другой разговор. А это еще кто так? Это кто там такой был? Фига там какой-то снайперок. Ты понял, да? Там снайпер, ребят, смотрите. Вот гаденыш. Давай-ка их уничтожим здесь. Ну, танкуля, давай, бомби по ним. Так, тут у нас все пока нормуль. Пока все хорошо, все отлично. Все, держим пока здесь. Все, разбили. Давай сюда отходим. Посмотри, что творит, а. А, вот он вызывает, ребят, видели каких-то мелких прыщалых? Так, отбили мы обратно. Смотри, со всех сторон прут, а? Вот гаденыши.
Так, давай вот так вот сделаем. Бомбардировка со всех сторон. Ужас, ужас, что происходит? Так, а что, моего этого подбили? Это непорядок. Я должен, ребята, отбить вот эту вот штуку обратно себе. А почему лазеры не могут подбивать воздушные цели? Все, я понял. Все, я теперь, ребята, понял. Тогда мы делаем с вами вот таких вот вызываем. Они должны здесь... Как они пробились, я не могу понять. А, слушай, захватили что-то у меня. 2 минуты, где мой танк? Танка опять нету. Подбили здесь все к ядрене фени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, мы потеряли с вами одну базу, да? Мы потеряли базу. Сейчас, по-моему, будет жестко все. Так, давай, танкист. Вылетай сюда, ты мне нужен здесь. Вот он, приземлился. Давай, 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 уничтожаем, уничтожаем здесь все. Ребята, почти 2 минуты нам нужно еще простоять. 2 минуты. Это немного, но и немало. Это немного, но и немало, поверьте мне. Ох ты, что ж тут происходит? Посмотри. Ну, по крайней мере, мои стрелки стреляют довольно далеко. Ай-яй-яй, вот эти вот... Вот эти вот самые противные. Смотри, что они делают. Давай-ка вот так вот сделаем. Хорошо, что турели могут стрелять и по воздушным, и по наземным целям. Вот это вот большой плюс для нас. Так, эти две стоят, держат. Молодцы, обороночку держат, красавцы. Плюс они вот эти вот дронов вызывают. Защитных. Что, 55 секунд нам остается прождать. Ох ты! А как я тут этого не заметил, что тут тоже, ребята, у нас враги. Так, ну-ка, турель сюда вызываем. И срочно-срочно давай, наверное, огнеметчика вызовем. Пускай он тут стоит. Этот все считывает информацию, ребята. Считывает информацию. 30 секунд. Думаю, сейчас будет жестко. Будет сейчас вообще пожескочу. Так, давай напалм нафиг. Давай, жги, 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 огнеметчик. Огнеметчик, а что у тебя так мало здоровья? Как тебя так быстро-то расколбасили? Эй! Что за непорядки? Ай-яй-яй, а как же нам быть? Давай еще, наверное... Подожди. Подожди, подожди, давай вот этих вот вызовем. Они, красавцы, тоже должны хорошо здесь помогать нам. Все? По-моему, все, успели мы, да? Время кончилось. Типа, взломали. Или нет? Да. Отлично, ребятушки, отлично. Ух. Ну, там, конечно, стоило немножко где-то пропустить, где-то опрофаниться, и все, быстрый захват. Так, 3 очка опыта получает. Ну что ж, давай прокачивать нижнюю, ребята, строчку. А нижняя строчка, смотрите что. Марк Х. Лучшая боевая бронированная машина. Лучшая защита. Лучший экипаж. Лучшее вооружение и освежитель воздуха. Пассивный навык. Это жажда скорости, то есть скорость передвижения увеличена. И кумулятивный снаряд. Все атаки навсегда на 1 снижают защиту врага. То есть если мы попали, то у него уже навсегда. То есть минус 1 к защите. Поэтому надо прокачивать. Так, что у нас тут? 790 очков, надо их потратить в обязательном порядке, надо только... О! Так, духовой поток медиумов усиливает урон и повышает шанс убийства с одного удара. Отличная вещь, отличная. А это что? Когда башня разрушается, она взрывается, нанося урон ближайшим врагам. Пока я не думаю, что это нужно нам. А вот это вот, боевые модули комплектуются ногами и могут двигаться. А что за боевые модули? Посмотрим, ребята, что за боевые модули. Так, тут у нас свободные задиры могут добывать из земли немного энтерватов. А вот это хорошо. Инженеры теперь могут чинить поврежденные здания. Ха-ха. Слушай, ну это вообще великолепно. Так, мы здесь, ребят, с вами немножко протратились. Я бы даже сказал, очень хорошо протратились. Поэтому вот эту вот штуку надо обязательно докупить. Она нам хорошо здесь помогала. То есть, принцип ее ставится на землю. Когда подходит рядом к врагу, она из земли выскакивает и бьет их таким вот током. Оглушительно хороша для защиты базы. Ну, не только для защиты базы, ее вообще хорошо делать на подступах, где вот враги идут к тебе,
большой массой. Вот там классно ее ставить, она бомбит их жестко. Так, давайте заберем с вами 60 награды и 70 еще монеток. Ну что же, неплохо, я считаю. Дополнительные задания здесь у нас есть. Ну, я их прошел, вот, ребята, два были. Но я вам скажу одно, что у меня вот здесь вот подземная кража, сломанная стрела. То есть, видите, это все нужно пройти. Мне здесь нужно пройти еще один этапчик. Я не знаю, что будет после этого, еще пока не проверял. И мне нужно пройти какой-то 14 уровень, чтобы вот на этой карте, на нашей самой первой, пройти... Вот этот этап, он почему-то закрыт, типа засекреченный какой-то, видите. Пройдите задание 14, возвращение в Асенди, чтобы разблокировать. Я, видимо, еще не дошел до этого задания, я не увидел, где оно есть. Но мы обязательно его разблокируем и пройдем. Ну что ж, давайте тогда приступим к следующей, наверное, миссии. Что это у нас вообще за задание? Так, ребят, 13 уровень, призрак в доспехах. Наша затея себя оправдала, и теперь мы знаем, где заложники в главной крепости периферуидов. А еще мы знаем об убежище кого-то, кого роботы ненавидят и боятся. Но враг моего врага, то есть друг. Узнайте, что угрожает периферуидам. Хо-хоу, поехали! Поехали, конечно же, будем узнавать, будем бомбить. Кого боятся роботы, а? Как вы думаете? Вот я, честно говоря, даже не предполагаю ничего. Отыщите то, что угрожает периферуидам. Ну, это понятно, но для начала я хочу здесь маленечко расстроиться. Надо обязательно расстраиваться, сразу же. Так, давай вот этих вот вызовем. Так, тут у нас ракетница, тут поставим пулеметку. Ну что, будем потихонечку, наверное, выдвигаться. Давай, солдатики, пошли. Пошли со мной. Так, захватим пока ресурсы. Ресурсики мы захватываем. Так, сюда я поставлю лазерную защиту. Давай вот так вот. Под колпак всех, ребят, под колпак. Ага, у меня не хватает энергии. Понял. Так, давай-ка сюда двинем. Ага, тут тупик. Тут, ребят, просто какой-то... А, труба это, обычная труба. Значит, нам вот сюда, вот в этот, надо проход идти. Погоди-ка, я не понял. Мы же сюда не можем зайти, ведь так? Или можем? Нет. Ха-ха, куда? Погоди, неужели мне надо вот сюда будет спускаться и вот по этой грязюке ползать? Получается так? Вызываем, наверное, мы с вами... Давай вот этих вот медиумов призовем. Так, ну танк, ты сможешь проехать здесь или нет? А, вот, ребят, вот мостик, чё я? Вот же мостик. Вот по этому мостику мы будем с вами и двигаться. Так, по мне, ребята, кто-то метится. А я могу сюда свой... Дометился, а? Вот так вот. Нифига, танк уничтожил, ты прикинь? Он уничтожил мой танк. Так, что мы можем здесь с вами сделать? Мы можем улучшить радар. А он у нас по максималке получается, да? Так, надо вызывать здесь робота. Робота-убийцу, однозначно. Вот мне нравится, что эти медиумы дают нам дополнительную защиту. И плюс вот эти вот ребята вызывают таких маленьких дронов, которые нам помогают. Я офигею, мы не можем и танк, и робот-убийцы мы не можем завалить. Эти, конечно, три трубы здесь очень кстати. Очень, блин, кстати, потому что эти враги лезут со всех сторон. Ну что же, а мы с громилой тогда пойдем, наверное, вот сюда, на мост. Так, опять этот охламон здесь, смотри, он метится. Че, он с выстрелом, что ли, или забомбит? Так, нам нужно захватить вот это, чтобы у нас открылся мост вот сюда. Так, здесь пока тишина. Пока тишина, это хорошо. Вызвать мы опять же никого не можем, не хватает у нас ресурсов. О, это еще что? Что за гадина, что за щупальца? Минусанули ее, да? Давай, давай, захват, захват делаем. После этого нам надо будет передвинуться вот сюда. Нет, не сюда, а оказывается вниз. Так, дай турель на помощь себе вызови. Она уже достала, это щупальца на самом деле.
Давай двигаться сюда, посмотрим, что у нас тут. Вот, ребят, вижу еще один для захвата. Ну, десантура, будете двигаться-то? Давай-ка мы их с собой... Да что ж ты делал? Я не хотел, чтобы ты переделался. Ну ладно, огнеметчик-то тоже неплохо. Это тоже неплохо. Ай-яй-яй, как они быстро... Как они быстро бомбят. Ну-ка, надо помогать. Ага, тут мини-заводик стоит. Надо его уничтожить. Иначе он будет постоянно вызывать этих киборгов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Моего робота уничтожили, к сожалению. База, вот эта вот база, она сама себя хиляет. Вот ненавижу. Точнее, она сама себя не хиляет даже, а строит сама себя. Главное, чтобы здесь не было никого. Вот нету дронов, все, она неактивна. Так, а вот этих вот надо бомбить здесь. Лучше всего вот здесь вот поставить такую штуку, ребят, про которую я вам говорил, который из-под земли вылазит и уничтожает всех. О, танкист опять убили. Да что ты... Что ж ты будешь делать-то, а? Аркетчик, выходи. Аркетчик, выходи, ты мне нужен здесь. Да куда пошел-то? Радость моя, побежал довольный куда-то. Давай тут вот уничтожать всех. Так-так-так-так-так-так-так-так. Слушай, ну вот эта машина уж больно какая-то сильная, да? Посмотри, она дронов моих, роботов моих уничтожает на ура. Пошли, ребятули. Все, хорош тут рассусоливаться. Нет, надо кого-то взять себе в помощь. Давай возьмем вот этих вот двух. Они очень хорошо помогают. Они, ребят, ставят защиту. Не имеет значения, юнит это, ну, я имею в виду пехотинец или техника, все равно они ставят защиту. А я могу себе вызвать еще таких? Нет, не могу. Конечно, эти два, три даже чувачка вряд ли здесь справятся. Но у нас выбора нету, иначе они нас просто тут достанут. Давай сюда вот двигаться. В этом направлении нам нужно. Так, давай, родные, пойдемте. Так, вот эта штука, которую нам нужно захватить. Берем. Осталось немножко для захвата. Ну. Вот, видите, что она делает? Из-под земли вылазит и бомбит их просто-напросто. Есть нам смысл сюда с вами идти? Давай глянем. Скуть, 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 скуть. Вот тебе и скуть, скуть, скуть. Пять этот щепушило идет. Так, давай-ка вот это вот газовое облако ядовитое вызывать. Ага, тут все. Тут зачистка. А куда же нам тогда идти? Погоди-ка секунду. Мы что-то с вами не захватили, что ли, или как? Хм. Слушай, я маленько не могу догнать. Вроде бы как все у нас с вами сделано. А где мой робот? А, вот он, вот он. Так, я тогда не могу понять, что нам надо с вами сделать. Мы здесь захватили. Где мост? Не пойму я. Ага, все, я понял теперь, ребят. Вот сюда нам нужно возвращаться. Стражи Галактики достижение получил. Стражи Галактики, это, конечно, все хорошо. Но сейчас будет, думаю, жарко. Тут-то у нас как? Ага, ага. Ты понял, да? Хоть разорвись. Хоть, как говорится, разорвись. Я не знаю, как нам тут быть. Опять придется этих девчонок возвращать сюда. Так, стоим здесь. Эти девчонки будут нам помогать, прикрывать. Давай, 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 девчули. Блин. Вот так вот. Поставим их сюда, и пускай они защищаются щитами. Они тоже, ребят, тут защищаются, между прочим. Так. Так, третий появился или нет? Нет, не появился пока еще. Турельку вызываем здесь. Вот. Давай тогда мы вызовем, ребят, с вами вот этого бомбардира. Бомбардиры эти тоже очень хороши, очень сильны, бомбят не по-детски, поверьте мне. О-оу. О-оу, тут вообще что-то как-то пожескочу, смотри. Блин. Хорош бомбить в моих родных, блин. Сори, бзанул там, сори. Так, все-таки уничтожили, да? Блин.
Ладно, ребят, мы так можем с вами вечность там стоять и ждать. Поехали. Вот это захватывать будем. О, заряд энергии. Давай. А ты будешь захватывать вот здесь вот. Давай облако запустим. Ядовитое, пускай травится. Так, тут отбили мы все-таки, отбили. Шикарно. Почему у нас не хватает... Блин, юнитов не хватает, ребят. Опять это каракать. Две даже. Даже две каракатицы здесь. Мост, мост выдвинулся. Давай, давай. А-а-а, танк уничтожили, блин. Просто взяли и уничтожили танк. Так, давай посмотрим. Нет, пока ничего мы сделать здесь не можем. Я, ребята, подожду, пока откатится. Вместе пойдем. Одному ему там делать нечего, его заколбасят. Вот здесь вот, конечно, ситуация такая патовая. У нас выбор. Либо мы кого-то здесь забираем и будем проигрывать, либо оставляем. Тогда у нас вот с этой командой проблемы появляются. Погнали. Давай, десантура. Со всех щелей тут начинается. Так, двигаемся. Облако, 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 облако. Ага. Слушай, ну неплохо, мы здесь хорошо их сейчас потормошили. Они даже ничего не успели сделать, если по большому счету взять. Откуда мостик, ребята, появится, как думаете? Откуда появится мостик? Кто там опять у нас? Нету никого пока. Ага, нету, идут. Главное не подпускать к этому заводу, иначе расстроят они опять, и здесь появится целая фабрика. Давай, турель. Вот он, мост, ребят, появился. Идите, помогайте, Каминайт. Скюч, скюч. Двигаемся. И главное не попасть в... Сейчас, наверное, да? Починят или не починят? Чинят, гады, а? Ты смотри. Твою ж макарёку, ребята, уже расстроились, а? Давай, давай, давай уничтожать все это. Ну вот и как вот мне прикажете здесь держать вот оборону? Откуда они? Вот с этого пруда, а? Отсюда, значит. Убирать-то не могу, ребят. Если я уберу, мы профукаем, продинамимся с вами, скорее всего. Дай-ка я поставлю, наверное, огнеметчика здесь. Так. Огнеметчик здесь хорошо будет бомбить, жарить их. Идет, идет. Кибернетик. Ну вот как вот мне сделать так, чтобы они не подошли к этой базе, а? Ну вот как? Свою базу я здесь расстроить не могу. Не могу, ребят, свою базу здесь расстроить. Они уничтожили его, просто-напросто, киборга-то моего. Ёлки ты палки. Давай, давай. Так, подожди, давай, давай. Ну ладно, хорошо, пускай будет ракетчик. Поехали, погнали. Сейчас ведь опять захватят. Они ведь опять сейчас захватят. Да ну. Смотри, что делается, а. Ну я просто... Офигеть. Нет, 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 нет. Даже не думай об этом. Даже не думай. Как быть-то? Я даже не знаю, ребят. Снайпер здесь стоит вражеский. Давай-ка, наверное, вот этого вот возьмем. Громилу. Поставим его сюда, пускай он стоит и защищает. И вот этих вот бомбардировщиков тоже возьмем с собой. Сюда бы, конечно, бы очень нам... Смотри, 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 что получается. Давай вот сюда вот поставим. Ого! I like it, move it, move it. Чуваки орут. Вот пускай здесь стоит. И бомбардира сюда поставим. Так, а танком мне придется одним тогда, получается, здесь разруливать все. Смерти подобная, конечно, это затея. Ага. Ёлки-пал, ты посмотри, какой расколбас. Мы базу уничтожили. Она все равно расстраивается. Турель, давай быстрее, на помощь. Захватываем вот этот, наверное, последний модуль или нет. Сейчас посмотрим, ребят. Нет, скорее всего, вот здесь вот мост протянется, вот он. Смотри-ка, здесь почему-то никто уже не выходит. Активируйте питание андроида. Какого андроида? Он того, что ли? Ладно, попробуем активировать.
Сейчас только вот этого ханорика завалим. Ай, спрятался. Че так медленно двигаешься-то? Давай, 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 давай. Турель. Так, десант, десант. Черт, я думаю, почему мы быстро погибаем? Здесь кислота, они кислоту вызывают. О-оу. Да ладно, так медленно. Меня здесь расстреляют быстрее, блин. Да как тут, блин, как тут можно? Ёлки-палки. Давай, 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 захватываем, захватываем. Танк, ты почему-то не бомбишь, не шиша. Давай с тобой турель поставим сюда. Да, вот задание, то я должен здесь вот эту фигню активировать. Типа мне еще тут обстрел идет со всех сторон. Придумали тоже, тут-то как у нас? Тут вообще тоже по-жесткому все идет. Тут все по-жесткому, а где мой... Может быть этих убрать уже отсюда, а? Давай, наверное, уберем. Вот сюда их поставим. Тут вообще какой-то расколбас, ребят, не детский. И бомбардиров наших. Так, давай-давай-давай-давай, захватываем. Вызываем спецназ. Пускай хотя бы помогают мне, что ли, я не знаю. Что будет интересно, если мы с вами дрона этого активируем? Почему-то они, главное, его боятся, вот этого дрона. То есть он будет работать на нас, что ли? Стреляет, мы в кислоте еще в этой стоим. Повышенный урон. Да вы достали уже, ну серьезно. Так, Марк, давай бомби. Что-то как-то... Как-то хреново ты бомбишь, серьезно говорю. Так, 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 расстрел, расстрел этих. Тут, наверное, нужно нам поменять на ракетчика. Вот так вот. Лучше пускай ракетчик будет. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Оу, ребят, у меня... Вот оно как... Турели могут передвигаться. Вот почему мы с вами изобрели эти ноги-то. Ну-ну-ну, осталась капелька. Есть. Так... Загораются лампочки. Что? Дрон, ребят, смотрите. Так, энергию взял. Хоба, и все. Изничтожил всех просто-напросто. Одним снарядом, зарядом. Так, 370 монет, 550 гаечек. Значит, мы можем с вами проапгрейдиться маленечко. Совсем чуть-чуточку. Ох ты, ох ты. Мы с вами, по-моему, ребята, подошли к финалу, да? К финалу, скорее всего. Так, давай-ка мы здесь прокачаемся. Вот так вот. Кстати, можно будет следующий уровень вот поиграть этим пареньком. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть на него. Так, а здесь мы с вами 750 гаек. Давайте-ка что-нибудь мы с вами откроем. Так, свободные задиры могут добывать из земли немного этерватов. Свободные задиры. Так, инженеры могут восстанавливать... Энергию, да? Чинить здание. Ну, неплохо. Что у нас тут? 520. Я думаю, что мы потратим с вами вот на этих ребят. Они помогли мне очень хорошо. Стоит, конечно, дорого, но самая дорогая это вот ракетная вот эта вот стрельба. Обстрел, короче, капитальный. Армагеддон, ё-моё. Так, и достижение где-то у нас, ребята, здесь сделанное. Давайте-ка заберем. О, 120 монет. Страж Галактики. Ну что, дорогие мои друзья, я надеюсь, вам эта серия понравилась. Если да, поддержите меня лайком. А мы с вами увидимся в следующей серии и будем играть уже роем. Да-да, именно роем будем играть с вами. Ну, если не пройдем роем, возьмем опять с вами танк. Ну, я думаю, что это будет последняя миссия. Это будет последняя миссия, но поверьте мне, это будет не последняя карта, потому что вот еще Бореалис. Это откроется после того, как мы пройдем вот эту вот планету. Кстати, надо глянуть здесь. Не открылся у нас этот уровень-то? Нет, секретный уровень пока еще не открыт. А знаете, почему не открыт? Я уже понял. Нам нужно пройти 14-ю миссию. Так, писали. 14-я миссия, ребята, это вот здесь, вот она. Вот эта вот миссия, она 14-я. Возвращение Асценди. Но будем мы ее проходить уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!